Корнеева. Люди. Навстречу людям. В пятницу в Самарской области облачно, пройдет дождь, возможно гроза, днем плюс 11, плюс 14, ночью 5-7, выше 0, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, дождь, в дневное время плюс 14, в темное плюс 6, юго-западный 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, гроза, днем плюс 13, ночью 7, тепла, юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно и небольшой дождь, днем плюс 13, ночью 6 с плюсом, юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Здравствуйте, вы позвонили в банк Неева. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нива. Люди. Навстречу людям.